И всем привет! Ну что ж, что может быть лучше, чем сидеть возле костра на озере? Правда, я с собой удочку не взял, я не планировал сюда пойти. Ну да ладно. О, нет, еще не приготовилась. Ну что ж, ждем, пока рассветет. Можно даже немножко понаблюдать за костром. Кстати, он, по-моему, огонек переделал. Ну, или дымок. Ну, дымок точно он добавил. Вроде его раньше такого особо не было. Искр, по-моему, больше стало, чем было. Ну, вообще... Ну, огонек, в принципе, прикольно выглядит. Немножко странновато. Как-то они друг дружку так эти огоньки, эти вот пламени, языки пламени влетают. Но... Ладно. Так, о... Жемчужинка-то все-таки одна появилась. Может, она и была, так я ее просто не видел. Так, а что это мы вдруг начали нападать на меня, на мою базу? Я кого-то убил, возможно, не помню. Неважно. Они там все равно ничего не сделают. Даже если захотят. Это тоже можно подобрать, в принципе. Так, ну, одна жемчужинка есть. С почином, как говорится. Всего лишь одна. Ну и на этом спасибо. Ну, давай, вылазь. Так, что тут, пепел? Пепел брать не буду. Или возьму потом. Так, я еще сейчас поплаваю тут. Если будет еще одна жемчужинка, еще покажу. Потому что так я, в принципе, ничего не вижу больше. Даже на глубине, по-моему, ничего нет. Правда, не видно нифига. А, он что-то за кустами прячется, вот там вот. Да, это жемчужинка, вон рядышком еще одна лежит. Правда, глубоко сильно. Ладно, тогда вот эту мы точно заберем. В принципе, коснемся пару раз, наверное, может даже больше, чем пару раз. Но ничего страшного. Здоровья у меня много. Так что выживем. Блин, промахнулся еще. Так, погнали наверх. Ай. Ой. Бульк. Еще разок икнем. Напьемся воды. Озерной. Так, ну, по-моему, тут больше ничего я не найду. Ну, сейчас посмотрим, что там. Тут здесь нету ничего. Как обычно. Прям совсем ничего нет. Хотя вон на камушке, кажется, лежит. Как я ее проплыл. Не заметил, может, только появилась. Как вариант. Да, он на камушке, кажется, есть. Далековато, глубоковато, конечно. Но здоровье, в принципе, позволит мне ее забрать. Так. Половина почти прошло. Эх, ё-моё. Будем коцаться. Ну ладно. Чего страшного? А, нет. Хорошо, покоцаемся. Прям здорово покоцаемся. Бульк. Ой. Немножко еще воды напьемся. Кстати, странно, что она пьет воду, грубо говоря. О, дождь пошел. Давно не было. А вода у нее не прибавляется. Непорядок. Тем более, что шанс можно, чтобы еще был этот шанс заболеть болезнью. Что-то разработчик упустил этот момент, когда тонешь. Так, что-то можно подъесть уже к сучку? Можно и подъесть. О, здоровье увеличено, спасибо. Так, здесь, кстати, хлопок. Макс говорит, у него частенько появляется. Сейчас посмотрим, посмотрим. Мне не так везет на хлопок, конечно. Мне на жемчужинке не везет. Так, можно было, конечно, еще тут посмотреть. Сейчас нет никакого. Никакого хлопка тут я не вижу. Зато ягодка есть. А нет, ты смотри, есть хлопок. Есть. Блин, вату дали опять. Ну ладно, вату так вату. Я еще одну стрелу сделал, чтобы уменьшить, сэкономить место. У нас было одно перышко. Так, ну давайте еще с этой стороны нырнем. Может, тут где-то нибудь жемчужинка имеется.
потому что тут глубоко, очень глубоко, возле забора. Нет, возле забора, по-моему, жемчуг не появляется совсем. Ладно, чем в ту сторону сейчас зыркнем. Вдоль озера пройти надо, идти уже в это, уже довольно-таки хорошо рассвело. Можно идти смотреть ящик в этом березовой роще. Да, тут то же самое, нету ни одной жемчужинки. Вообще ни одной. Ну, нет так нет. Так, решил поплавать еще здесь. Ну и здесь нет ничего. Хоть шаром покати, вот одно только растение есть. Растение, в принципе, возьму. Пригодится на лекарственные. На этот вот, на антибиотик. Лекарство от болезни. Если вдруг кто-нибудь цапнет за мягенькое. Так. Не, ничего не видно. В упор ничего не вижу. Ни одной жемчужинки нигде нету. Ладно, пошли в долину. Ой, долину, в рощу березовую. Пойдем еще на ту сторону к кошке. Мы будем возвращаться к базе. Это не железо ли случайно висит? Похоже на железо. Это что там впереди такое? Медведь? Нет, волк. Задница своей стоит ко мне. Так, ты там мне случайно не пошел? Ко мне, вроде бы нет. Так, а это что? Тоже случайно не железо? Нет, вроде слишком яркое для железа. Блин, не пойму. Что-то ярковатое слишком. Ну ладно. По-моему, это калийная руда, скорее всего. Да. Ну ладно. Раз начал, значит добьем уже до конца. А здесь на камушках есть что-то? Сверху на камушке. Нету. Нету. О, ящичек. А вон и Мишка возле забора трется. Че, Мишка, хочешь перелезть на ту сторону? Блин. Беспонтовый лут, опять же, в медицинском ящике. Перышко и скраб металлический. Классно. Чисто медицинский лут. Наичистейший медицинский лут, я бы так сказал даже. Миша, ты там это... Все еще бежишь? Бежит. Блин, надо было тише сделать. Сейчас сделаем, пускай отстанет от меня. Отстал? Вроде отстал. Можно паузу нажать. Так, настроечки. Чуть-чуть тише сделать. Нету, говоришь? Там порубим дерево. Кстати, где он? Тут внизу трется или убежал? Ага, внизу все-таки трется. Ну ладно, трись. Только не выскочи мне, пожалуйста, каким-нибудь багом безумным. Так, металл. Топор. И валим отсюда. Сейчас вот только червячка заберем. Кстати, мясо уже можно и подъесть, да? Так, эти студенты еще тут? Или уже переехали? Да, кстати, ящик. Ящик. Не забываем про ящик. Смотрим в березовой роще. Ну. А нету. А вот нету ящика здесь. О, хлопок зато есть. Так, еще ваты дали. Тоже неплохо. Не пропускаем. Не, серьезно, ящика нет. Вообще нет. То есть я буду сейчас снимать три серии подряд. То есть первой серии, которую я снимал, я плавал в целом большом озере, искал жемчуг. Нашел три штучки. В этом озере я нашел сколько? Тоже три штучки. Ну и хлопка немножко. Тоже три штучки нашел. Ты смотри. Ну, правда, еще не вечер, возможно, еще найду хлопок. Ну, ящиков нет. Ладно, пошли туда.
возле кошки. Так, это железо, да? Да-да-да, это именно железо. Опять одну штучку дали. Итого, уже 21, неплохо. Так, возьмем на всякий случай ружье в руки, потому что мало ли. Выскочу сейчас носом к носу к волку или к медведю. И будет дратути. Так, смотрим, смотрим, ничего не видим пока что. Я имею в виду ящика деревянного. Бумс. 4 градуса тепла. Ну, все-таки уже на температуру жаловаться грех, потому что уже осень. Сентябрь месяц, так что все возможно. Но то, что летом так низко опускается температура, это, конечно, да. Канадская температура. Так, Мишка, нет, не бухти. Не все ж в Канаде живут-то. Вон ящик лежит с патронами. Блин, пошли возьмем, пока не пропал. Я ж не перезаходил. Может и пропасть. Вот, кстати, трава над землей висит. Идеальный медицинский лут. Вот если где-то вил трава висела над землей, да? Не показалось. Нет, не показалось. Вон, щелочка есть. Вот здесь она наложена. А вроде и нет. Странно. Ну ладно. Так, пошли. Ящик, ящик. Ищем ящик. Там у нас что такое? Ага, железяка. Так, что это у нас? Сутулы стоит. Опять пятой точкой. Ну, совсем. Ладно, обойдем. Мясо пока... Пока не надо. Блин, я воду не сварил. Ё-моё. Ну что, у меня есть такая вода. Бутылочная. Компотик есть. Слава богу, хоть компот не пропадает. Пока что. Прошу заметить, пока что. Так, о! Бомжик, ты откуда тут взялся? Куда это он так целенаправленно идет? Ко мне. Ой, тут холодно будет, да? Но ящика я не вижу, все равно. Тут ящик должен быть, но его нет. Ладно, пошли дальше. Сейчас на кошку еще наткнемся. Сухожилие, съедим ее. Мясо сырое можно есть спокойненько. Ой. Когда громыхнуло, что мне показалось, что за мной кто-то побежал. Это не так? Это не так. Сейчас поищем тут ящик. И на той стороне ящик поищем. Не пошел? Вот ты хорошо. Ну-ка, ящичек, давай ко мне. Надеюсь, хоть за 3 серии. Потому что я обычно по 3 серии снимаю. За один раз я найду хоть один ящик. Так, нету. Посмотрим здесь, на этой стороне. Ящик. Он тут должен быть. Он где-то на этой полянке. Либо там наверху, либо где-нибудь здесь. Так, есть мишка. Топтышка. А ящика нет. Ой, не понял, я его не слышал. Козел, тебя понюхал. Сразу съедим, чтобы добро не пропадало. Так, а вот их не лагерь, да? Бомжиков. Так, применим бинтик, а то я сейчас буду коцаться. Ладно, поднимемся выше. Поднимемся выше. Может, он там где-то или где-то здесь. Хотя, по-моему, я его тут никогда не находил. Кстати, здесь орел должен обитать. Орел. Так, я бы еще и червячка забрал бы отсюда из дерева. Это лось, что ли, там? Да.
И руки, кстати, надо не забыть помыть. И, кстати, здесь в озеро где нырнуть тоже надо. Короче, ящика и здесь нет. У вас здесь есть ключик? Тогда мы убираем ящики с карты. Так, пошли лося напугаем. Подожди, у меня с гона нету? Нет, пока нет гона. А то будет тебя напугаю. Кто еще кого напугает? Так, ну, здесь ящика никогда не было. Я его никогда здесь не находил. Ой, Мишка забубнел. Мишка, отстань. Надеюсь, отстал уже. Так, что это у нас тут? Песочек. Песочек. Нам не нужен. Ой. Молодец. Сейчас мы заберем сумочку, пойдем. Миша нам не помеха. У меня есть уравнитель. Жалко, оружие назвать нельзя, я бы назвал бы эту двустволку уравнитель. Уравнитель шансов на выживание. С этой двустволкой вам никто не страшен, даже вот этот волк. Ух ты, как я хорошо вышел из воды. Так, что там по воде? О, персонаж пить хочет, на тебе водички. Бутылированной, бутылочной, то есть. Вышел, ты смотри. Так, Мишанька, может мы тебя обойдем сейчас как-то? Или пристрелим? Так, ладно. Придется пристрелить. Или все-таки я попробую по краешку обойти? На-на-на. Так, Миша. Так, хлопок. Еще перышки. О, а теперь семечку дали. Ну все, надо валить отсюда. Так, итого у нас 7 перьев. Откуда столько перьев взялось? Надо ветки делать 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Спрашивайте, для чего? Чтобы сделать стрелы и чтобы увеличить место в кармане. Миша, кстати, покушал. Я, кстати, не посмотрел, он увеличил свое здоровье или нет. Ладно, уже не буду возвращаться. Так, давай стрелы делать теперь. Заодно и потратим все перышки. Освободим место. Да, ягодку. Ягодка. Так, еще ящичек. Возьмем. Только перышки мне не давайте. Так, а тут же, кстати, есть дерево большое, да? Ну, тут волк его охраняет. Семечку дали. Я хотел лучка поесть. Ух ты, блин. Потратил лишний патрон. Так, ты там не нюхай воздух, а то сейчас тоже в карман пойдешь. Кожа. Пошел все-таки, да? А, кстати, дождь закончился. Идиот. Ну, сейчас, подожди. Кстати, патрончики-то хорошо. Здоровье. Само заживет. Сейчас помоем руки в ручейке. И пойдем к следующему. Оп, ягодка. Пойдем к следующему ящику. Экскурсия по ящикам, блин, по карте. Да, но надо будет еще на старый посмотреть. Кстати, может, там все-таки возле горы, возле пика этого появилось. Так, надо тише, громче сделать. Чуть-чуть, а прям совсем тихо. Помыл руки. Кстати, в это озеро зайдем, сейчас глянем. Еще ягодка. Вот и прошло. Само затянулось. Так. Озерцо чем-то нас обрадуешь. Жемчуга, может быть. Может быть. А может и не быть. Не быть. Хотя, может быть, и там еще за поворотом. Ну, не, ладно, сомневаюсь я в этом. Что там что-то есть. Так, сходим сейчас на пик. Если нет, значит, пойдем туда. Ну, давай. Ну, идти, вылазь.
Так, 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 так. Ни ягодки, ничего нету. Пошли дальше. Вот медицина есть. Так, рыбку я уже съел. Мяса нет, ничего страшного. Что по патронам, кстати говоря? 4 патрона осталось. Могу сделать? Нет, я не могу даже сделать один патрон на дробовик. Не хватает ингредиентов. О, хрюшка. Хрюндель. Бесполезный, кстати говоря. У него такой дорогой рецепт приготовления мяса. Кошмар. Ну, в смысле, конечно, может просто на костре приготовить. Ну, и так съесть. Я имею в виду, что для него нужен мед. Поросятинка в меду. Вот он, наконец-то. Аллилуйя. Так, что у нас? Ой, а у меня места нет. А у меня места-то ведь нет. Совсем нет места. Ладно, это можем, допустим, сделать биотопливо. Одну ячейку. Это можно съесть. Это можно выкинуть. Это тоже можно выкинуть. Ладно, открываем. Если еще что-нибудь еще выкинем полезного, бесполезного. Так, о. Патрон-то хорошо, доски, стекло вот возьму обязательно. Ух ты, блин. Ты что меня пугаешь? Козел. Чпоньк. Так, блин. А, не, вылезла, давай бинтик сделай, сэкономим место еще. Так, что говоришь, еще есть? Ну, плата обязательно. Так, ну, ладно, бери все. Что там вылетит, будем смотреть, что вылетело. Что это такое у нас? Семена помидоры. Вот есть одна веревочка. Семена помидоры все-таки для меня сейчас более полезны. Ну все, миссия выполнена. Всего лишь 2 дня прошло, как я нашел. Семечку. Ой, семечку, ящик нашел. Ну и семечку катона тоже нашел. Кстати, семенка катона не было в ящике. Почему-то. Ну ладно, не было, так не было. Пошли. Ближе к базе пойдем. А вот теперь, когда я его не буду искать, сейчас по-любому будут ящики попадаться. Но у меня есть еще одна отмычка. Если что. Так, уже медицина вылетает. Уже не надо подбирать ее. Ибо некуда положить. Так, походу опять дождь будет. Так, ничего нет. Наблюдаем за семечкой катона. В смысле, за хлопком. Сколько ваты у меня? Ваты 3 штучки. Ну, надеюсь, что я еще найду. Так, сутулая собака. 5-го уровня, между прочим. Кого-то подъел. Охотничек где-то гуляет. Сейчас отойдем. Побежал, зараза. О, тут же фундамент есть. Пошел вон, щенок. Кстати, такие вещи полезно надо делать. Так, где этот, который... А, вон он. С топориком идет. Или с пистолетом уже. Нет, пока еще нет, с луком идет. Целенаправленно именно ко мне. Ягодка. Возьмем. Так, это не хлопок ли случайно растет? Нет, не хлопок. Что-то мне показалось, что это был хлопок, но нет. Я себе. Посмотрим. О, ты смотри, как выросло. Прям в дереве практически. Может, на привычку пойдет? Что это? А, полень. Думаю, что это за чудо природы. Хлопок больше не попадается. Но вот зато сумка есть. И ящика, кстати говоря, нет. Закрытого. Так, говоришь, батончик. Могу съесть, могу не съесть. Я съел. Чуть у нас тут поблескивает, а? Железяка. Так, ну, конечно, он может быть где-то в другом месте, где вот это вот там, вот где-то чуть... Ладно, ой. Ткнулся носом в дерево. Так, это уже не лезет, не берем. Так, руки помыть. Да-да-да-да.
Хотя руки можно и так помыть. Слава богу, хоть он предусмотрел это, что можно руки из фляги помыть. Было бы удивительно, если его нельзя было помыть руки из фляги. Так, смотрим, растения подбираем. Есть ли тут жемчужинка? Нету. Как всегда, нет. Ну, не так нет. Пошли еще. Ич. А что это у нас уже? Блин, уже это смеркалось. Пора домой. Два дня шастал. Там уже курица скоро сдохнет, и генератор, и холодильник. Главное, чтобы не пропало все. Так что пора ноги править. Так, еще сумочка. Сумок, кстати, мы не так много нашли за целых две серии. Прям вообще немного. О, вот и дождь. Давно не было. Еще сумочку заметил. Угу. Доска пойдет. Аж целых три доски чуть там. Показалось, что хлопок возле волка. Нет, это не хлопок. Так, Миша, ну тебя в баню. Еще один Миша. Да что ж такое-то? Тут Миша, там Миша. Так, волчок, дурачок. О, коробочка появилась. А где кто? А, нет, это пока еще не коробочка. Странно, где? От камня далеко появилась, к сожалению, запрыгнуть не получится. А, вот. Ой. Ай-яй-яй. Ты че это? Ты че это удумал, козел? Ну-ну-ну. Стрелять он мне решил. Непорядок. Не буду трогать его. Он один пока. Пускай строится. Ничего страшного, кровь сама пройдет. Сейчас тепло. Он же не бежит за мной. Вроде бы нет. Так, ну посмотрим еще в этом озере. Это что это у нас? А, поросятина. Поросятина. Слава богу, хоть свинья сама не нападает. Ну, если ее, конечно, не подойти слишком близко. Так, что у нас тут? А что у нас там? Ничего нет. Жемчуг украли все. Походу, боты тут промышляют жемчугом. Это кто? Осень? Медведь. Ну, давай, вылазь. Да что ж такое-то, во? Мишка 8 уровня. Прикольно. Так, это у нас собака сутулая. Обыкновенная. Ты что там бежишь, не? Пошли, давай, тут рядом домик. Вот еще кореша возьми. Тоже 4 уровня. Пошли, пошли. Смеркалось. Ну что вы там, бежите? Так, один сказал гав. Да, бегут. Ага. Раззадорим их побольше. Ягодка. Так, еще не упал там случайно? Мост? Нет, висит. Хорошо. Так, бегут они, не бегут? Не знаю, сейчас прыгнем, посмотрим. Один. Ты кореш, а где потерял, козел? Ладно. Отлично. В смысле, у меня холодильник не улучшен до сих пор? Едите, колотите. А, так мы просто набрали полную энергию и отключились. А, хорошо. Так, на тебе. Плавь. Металл, потом вот это. Патроны для магнума. Уже нифига себе насобирал. Не пользуешься, когда им... Так, ой, попить надо. Так, делай брикет сразу. Где там брикет? Вот он. Так, надо попить. Налить воды. Еще там мясо приготовить можно, а можно не готовить. Так, ты стухла там? Стухла, отлично. А еще сюда вот жирок, кстати говоря.
кинуть. Сготовился? Сготовился. Вперед. Так, и так за целый... За два дня я таки не смог найти, чтобы сделать банальный... Так, во. Чтобы сделать банально патрон. Ну, это, конечно, зашквар полный. Пороха не хватает. Ну, давай еще. Немножко вот так вот. Как-то, блин, у меня их совсем мало, этих фиговин. Так, 4 стекла пойдет. Уже много насобирал. Ну, и, конечно же, драгоценный жемчуг. Аж целых 20 единичку. О, перебор пошел по растениям, да? Так, ну что там сварилось? О, хорошо. Поменяем. Так, деревяшку сюда. Это сюда. Ну куда? Это не здесь лежит. Сотка? Ага, вот еще есть. Давай ставим на веревки. Кучу веревок сделаем. Блин, все еще не это. Не стакается. Давай еще. А, брикетики сделать точно. Вот так вот. Во. Хорошечно. Так, ага, это уже переработчик можно бросать. Так, гвоздей можно втульнуть туда. Ну-ка. 300. Много. Слишком много. А половина. 150. Вот это можно скинуть. Да ладно, бросай. Не так уж и много там на самом деле. Так, и семечки, 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 семечки. Вот они. Клац, клац. 5 штучек. Так, кто у нас там вырос? О, помидорочки. Парковочка. Я мерзну, минус 6, серьезно? Пора куртку делать. Ой, блин, не все выросло, ешкин кот. Ладно, засадить не буду. А здесь? Хлопок вырос. Можно собрать. Ой-ой-ой-ой. Так, что у нас тут есть посадить? Семечки есть. Так, семечки, семечки, семечки. Так, помидорки еще сделай. Так. Ах, сказал, садить не буду. И побежал садить. Нет, садить действительно не буду. Так, еще надо, давай. Две. Клац, вот, в следующий раз будет что посадить. Не мерзни, блин. Мерзнет он. А, ты еще тут? Сутулы, ты еще все еще здесь? Я уже и забыл про тебя. Давай тебе свет включу. Чтоб тебе видно было. Как тебя по жопе бьют. Ну. А, вон тот твой кореш. Вот смотри, что с тобой было бы, если бы перебежал бы. Ладно, мы его все-таки подзовем. Пошли, пошли, пошли. Идешь? Идет. Я пока этого разделаю. А ты подходи. А, ты уже тут? Ну, давай. Давай, давай, поворачивайся. Готовься к порке. Ну, вот. Еще разочек. Еще. И еще разочек. Вот, молодец. Замечательно. Ой, курочка, да ты 10 уровня. Жрешь мои харчи даром. Пошли со мной. Да, кстати. Насчет харчей. Девять морковок? Нет, не дам. 15 хлопка, неплохо. Так, стоп, 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 стоп. Все это надо выключать. Что, закрываем дверь, то сквозит. Зима все-таки. Елочка, гори. О. Так, курочка, мы тебя, пожалуй, сейчас и приготовим. Так, берем все по чуть-чуть. И готовим курочку. Так, ну и печень сейчас, конечно же, почему бы и нет.
Это сюда. И, кстати, можно еще один бинтик сделать. Так, готовишься? Готовится. Возвращаемся на место. Топ, не здесь, а здесь. В смысле? Алло. Ты че это? Раз такой промахнулся, раз промахнулся. Так, куда морковка делась? Вот здесь так, вот так. Ягодки. Блин. Эти уже и не будут появляться, но зато яблочки есть. Так, это сюда. Элитные перья сюда. Вот это тебе. Тоже, это тоже. О, 72 штучки. Так, пора куртку, говоришь, делать. Ладно, в следующей серии сделаем. Ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.